Thank you.
Все. Следующая композиция, которую мы сыграем, называется «1440 минут». Она ей тоже написала Катерина Чистохина, но она решила профилонить этот концерт и не представлять свою песню. Вот. Так что я объясню, что это за песня. 1440 минут, в принципе, в дне. Вот. И песня такая про суету, свет. Наверное, московским жителям она больше знакома, чем нам, питерцам таким всем. Вот. Так что, enjoy. Thank you.
Следующая композиция, которая будет нам исполнена, это наконец-то композиция про любовь. Называется она Love Space, любовное пространство, любовный космос. Что-то вот такое вот, лиричное и прекрасное. Thank you.
Thank you.
месте слушали, подумала, сейчас они опять, наверное, начнут играть. Вот, ну то, на самом деле, вот ритм-секция, которая с нами сегодня. Ох, спасибо большое. Ура, товарищи. Ритм-секция, которая с нами сегодня играет, это московские люди. Я их представлю. Петр Ившин на барабанах. И Антон Гудян на басу. Всем известно, наверное. Вот, и, собственно говоря, на этом концерте много всего такого спонтанного и незапланированного, потому что мы, поскольку нас разделяют километры, мы не можем. Вот, Антон меня подстрекает сказать правду, сколько мы репетировали раз. Но мы репетировали всего один раз, да. Так что не в защите, нас очень-очень прям строго. Вот. А следующая композиция, которую мы сыграем, называется Spring's Movement, движение весны. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
16-х. Дальше последняя песня, которую мы сыграем. Перед ней я хочу сделать такое объявление. В принципе, если кому-то понравилось, что мы играем, может оставить какую-то денежку. Это система Pay What You Want. Я не знаю, правда, кому вы ее можете оставить. А, в Китае на вход, вот. Ну вот там вот можете так тыц и положить там чуть-чуть. Вот, последняя композиция, которую мы сыграем. Ну, вот люди тут просятся какие-то на джем сыграть, вот скрипач просится. Но давайте мы его, наверное, пускай сыграет, ладно? Вот, хорошо, вот очень хочет просто. Вот. Последняя песня, которую мы сыграем на сегодня, называется «Blues and Funk», написал ее Дмитрий Цепилов. Мы традиционно и заканчиваем свои концерты. Вот, и с удовольствием для вас ее исполним. Thank you.
Thank you.
Большая радость и огромная вообще честь играть с такими прекрасными московскими музыкантами. Петр Ившин, Антон Дзянс, просто потрясающие все эти вещи совершенно играли. Мы сами просто шоки в полном. Вот, это просто, я очень рада, что этот концерт состоялся. Будем надеяться, что, может быть, еще у нас здесь будут какие-то концерты. Вот, еще раз представлю музыкантов. Это Екатерина Чистохина, флейта и композиции. Дмитрий Тепилов, саксофон. Композиции тоже. Роман Квачев, труба. Антон Дрядянцев, его дружки, непонятно. Спасибо вообще большое клубу, что предоставили возможность нам сыграть, потому что здесь потрясающие инструменты вообще, и все так круто, и звук замечательный. Вот, спасибо всем большое, что пришли. Наш приглашенный гость, поучаствуешь. Спасибо. Денис Феофентов. Как еще раз? Денис Феофентов. Денис Феофентов, кстати, вот, поучаствовал тоже, поиспользовал меня. Светлана Маринченко, мать.